Меня расстраивает то, что никто не хочет подумать. Это странно прозвучит, но никто не хочет думать. Я не просто военный врач, я еще психотерапевт. И для психотерапевта самое главное – видеть реальность такой, какая она есть. Да, война плохо. Да, жертва – это трагично. Все это, а кто с этим будет спорить? Но вы посмотрите мир, который вы делаете. И в конце концов, этот мир, он, конечно, играет нами, но то, как мы себя внутренне в этой ситуации определяем, это, мне кажется, сейчас самое главное. И это не из-за кого вы, а способны вы понять, что происходит на самом деле? Или подвергаетесь этому давлению? И мы не осознаем своей внутренней жестокости. А если мы не осознаем ее, мы не можем быть ни хорошими переговорщиками, ни хорошими миротворцами. Мы вообще не можем быть хорошими людьми. И вот научиться, когда идет война, Третья мировая, Четвертая мировая, любая, быть человеком и не желать никому зла, потому что зла более чем достаточно в предлагаемых обстоятельствах. Это внутренний выбор. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что мы все должны думать о происходящем, понимая весь контекст, всю сложность ситуации. А с другой стороны, мы должны научиться не испытывать ненависть. Никому. Тогда у нас есть шанс.